Будьте ближе к вашим родным в эту Пасху. Ведь через MoneyGram можно отправить деньги в страны СНГ, окружив родных любовью. MoneyGram. С нами вы ближе. Скрывавшийся более суток белогородский стрелок Сергей Помазун, которого подозревают в убийстве 6 человек, задержан. Как сообщил пресс-центр МВД России, он попытался покинуть зону оцепления на грузовом составе. Его заметил линейный отдел. При задержании Помазун ранил полицейского ножом. О тяжести ранения пока ничего не сообщается. Известно лишь, что майор полиции Седых ранен в области глаза и предплечья. Следователи в ближайшее время уже допросят подозреваемого. Известно, что операцией по поимке руководил лично глава МВД России, который выехал в Белгород еще в ночь на вторник. Напомню, что накануне днем житель Белгорода, неоднократно судимый Сергей Помазун, открыл стрельбу. В общей сложности от его рук погибли 6 человек, трое в оружейном магазине «Охота» и случайные прохожие, мужчины и две школьницы 14 и 16 лет. 5 человек скончались на месте, 16-летняя девушка в больнице. В понедельник мэр города Сергей Баженов подписал распоряжение, что семьям жертв трагедии будет выделено по 1 миллиону рублей из городского бюджета. Город также взял на себя организацию похорон.